О, далеко. Ага. Писька, писька. Маску видел бы? Классно. Тут же сразу валяется. Тогда возьму я пока что. Да каемпик нужен, нет? Вот бери бизон лучше, самая штука классная. Магазин большой у него. Я уже нашел себе бизон, иначе бы я не рекомендовал. Каких?
Ну вот в этом доме на втором этаже, по-моему, остались еще. А может не в этом доме, ну вроде в том. Сука, снайперку еще не могу найти. Не, свою снайперку. Емки нигде нету, блядь. Я думал, на тебя напал кто-то. А чё, куда ехать-то? На соседние? Же третий рюкзак запихни как-нибудь. Ну это же третий рюкзак должен поместиться, значит. Это самое что ни на есть та игра. Какую еще игру нам играть, блять? Мы же взрослые, ребят. А я нашел коряк. Глушак нашел, но если ты найдешь компенсатор, я заберу. Где? Не ври. Лгешь, да? Это моя отметка. О, я патроны не взял, семерки. Ой, дурак, блядь. Кар взял, а патроны не взял. Это не то. На снайперку. Точно не видел. Куда? Пока рано, пока рано. По краю будем пока. Да, давай пока по краюшкам. На четвертой фазе поедем. Если доживем. Что-то даже до топ-2 не доживаем.
Не говорю, в выходные они активировались, блядь. Не уставшие, сука. Злые какие-то, блядь. Из-за жары, наверное. Да-да. Может, компенсатор будет на ППшку? Кому чё, да? Может, им не нужен компенсатор, хуй знает. Ой, блядь, сейчас все сюда сбегутся, ёбаный ж. Не-не, я с этим, с бизоном. Тут, кстати, бизон. Ты чё, Фамос взял? Реально Фамос. А почему тут такое оружие хорошее? Компенсатора нету, какого хуя. Че там зону не сместил? Ты же видишь, что нету. Наконец-то, блядь. О, у меня еще и прицел, сука, тройка, ебаная. Четверку нигде не видел. О, ништяк. Ой, блядь. Тут стрелял по мне, блядь, прикинь. По мне стреляли. Зря ты сюда поехал, ёп. Ну обрыв, дырка тут, блядь. Они на метро, наверное. Да-да, там на метро файт. Фаталити там уж. Сейчас стоим. Приехали, что? Надо получше прицел, тогда можно даже их и поймать.
А, поехали оттуда. На Ниве, на Ниве. Эти козлы в город поехали. Я думал, может, к нам поедут. Я твои шаги даже не слышал, прикинь, когда ты к вышке подходил. А почему так, блядь, не пойму? То, блядь, за километр слышно, то, блядь, рядом человек идет, нихуя не слышно. Да, тупит игра конкретно. Или наушники наши. Да вроде наушники нормальные. Да-да, ну для меня далеко. Надеялся, да? Вызывать. Походу, да. А, в доме? Вижу, вижу. Сейчас вижу. Ну туда приезжали на этом, на Ниве. Это точно были не боты, а вот это не знаю. Ай, блядь. Упал. Докрутился, нахуй. Опять вызывальщик. Ага. В дом за... Там зеленый, зеленый. А, увидел меня. Пытается рассадить. Да, к нам, к ним.
Тут могут с зоны сзади тоже подойти, братан, аккуратно. Да, ну, всякое бывает, как обычно. Могут валяться там до последнего, знаешь, потом, блядь, вылезут. Да, их зона сожрала, они сейчас сюда пойдут. Ну, или туда, вправо пойдут. На войну бы пошли, было бы хорошо. Да. Да. Снял. Брал. На метке, да, труп. Ой, P90 там, блядь, ёбаный в рот. О, красавчик. Ёбаный в рот, ты какой красавчик, а? Забирай у него, если патроны есть. Да. Не, тебе показалось. Пойдем вокруг. У этого лохозавра ничего нет. Вот P90 нам достанется, бля. Понял. Ай. На точке, бро. Человек. Пробуем. Блять. Да, слева. На желтый? Не вижу. О, блядь. Все, не выходи. Пушку убирай, беги. Рядом. Вот он меня и снял. А вон наверху. Наверху, да. Нет, там еще один. Вот он и снял, блин.